Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня играем в игру Dark Riddle. Племянники посоветовали. Вот не знаю, что из этого выйдет. Более 50 миллионов скачиваний у нее. Говорят, очень интересно. Мы будем пробовать. Так. Принеси Агате чертеж. О, наш друг. Остановитесь здесь. О, смотрите какой. Питер. Настоящий Питер. Идем дальше. Мадам Агата. Вот она, наша мадам. С котиками. Привет! Мы поднимаемся по лестнице. Что же тут будет? О! Вот это котяра. Думаю, бы кот такой увидел, он бы, наверное, все спать не смог бы. Какая-то панель управления. Скляночки, баночки, чертеж. Это как создать робокопа? Мы спускаемся вниз. Бах! Аж чертеж выпал из рук. Ну, бывает такое. Так, мадам Агата. То есть вот эта мадам Агата создает киборгов котов. Вот. Вот вам бабулечки, да? Скоро восстанет. А, злобный сосед наблюдает. Так, он в розыске, да? Вот это сосед. Не хотел бы такого соседа иметь. Так, идем дальше. О, Питер все стоит, ему все весело, все хорошо у него. Так, зайдем к нему в гости, он гостеприимный у нас мужичок. Бабочки. Как, каким-то образом забрали из картины бабочку, это какая-то мистика. Ну, покормить его надо, вот это растение. Подскажите, как оно называется, я не помню. Так, это непонятно что, но пойдем дальше вниз смотреть. Вышли на улицу. Питер все стоит. К нему зашли в дом. Забрали у него просто какой-то пистолет. Вышли, а ему все весело. Ну, нормально, че. Так, мы зашли к соседу. К нашему главному врагу. Где он? Он же на улице был. Непонятно, что нам надо сделать. Но мы походим, посмотрим. О, он уже у нее. Так, что он там залечивает ей? Они хотят создать армию злобных котиков и захватить мир. Мы должны остановить их. Он уже какой-то там бегает. Фрискис. Вискас. Да, не ешьте мой вискас. Отключи камеры. Ну, логично, что они должны быть сверху. Но будем смотреть, искать. Так, вот какой-то провод мы здесь нашли. Возможно, его. О, да, да, это оно. Так, теперь маленько головоломки. Напрягем память чуть-чуть. И пальцы рук. Ты победил. Ура! Все, камеры отключены. Теперь можно заниматься делом. Так, мы должны украсть вискас. Не знаю, зачем он. Наверное, нормальных котиков покормить. О, это что? Кто там? О, мы зашли сюда. Тут должен быть сосед. О, Агата. О, мы взяли бабку. Куда бабку потащили? Оставь покой. О, вот это вот и весело, наверное. Я бы тоже хотел за бабку поиграть. О, к Питеру, что ли? Ну да, Питер будет рад. На, ой, ты задай. Подними бабку. Все, пошли дальше. Так, что-то мы там ей залечим, мы ее только что кинули лицом вперед. Так, все, она хочет натравить котика на нас.
злобный сосед. Так, а бабка не против с вами пообщаться. Она же ездила на коляске, я сейчас встал. Все четко будет, мы говорим. Все, бабку мы оставили в покое. Узнай, какие детали, что-то там нужно, короче, для восстания котов. Так. Найди способ включить генератор. Вам нужно запустить генератор для работы на компьютере. Бах! Ну, а что-то не умер, да. Так, запускаем. Найди топливо. Так, зловония какие-то, ну да. А Питеру вообще на все пофиг. У него тут фанизма стоит, наверное, на весь район. Он стоит веселиться, радуется. Так, опять к соседу. Сосед же нас хотел съесть. Это как-то мы свободно заходим ко всем по домам. И дядя полицейский у нас пропал куда-то, наверное, он к Питеру зашел, они там вместе теперь занимаются делами. Пожрать что-нибудь можно. Так, это какой-то кот, видимо. Ну, пойдем на улицу смотреть. Попробуем его вести. Так. Все. Все, дверь открыта. Батя в здании. Залейте топливо в генератор. Где сосед? Он только что был дома, сейчас ушел. Родился. О, идет. А с ним подраться можно, интересно? Видимо, нет. Ну, у нас тут, конечно, без шансов. Но вот если Питера отправить, я думаю, он с ним справится. Все, залили. Робокоту не хватает чипа памяти. А, мы, получается, делаем робокота. Так, очень много замуток. Так, заходим опять в дом. А что там светилось? Вот там что светится такое у нас? Банка. Какой-то свинарник у бабки в доме. Надо и прибраться надо. О, котик, привет. О, обычный котик. Так, взяли какую-то флешку. И погнали. О, дядя полицейский вернулся. Ты очень плохо следишь за порядком, мужик. Я уже 5 домов прошел, все это... Все вытащил, а ты все ходишь. Под гаражи заглядываешь, усатый. И даже бабка больше следит за порядком, чем ты. Так, запусти робокота. Вот сейчас будет интересно. Сейчас будет что-то... О! Ну это все, это конец. О, я же говорю, это восстание, это все. Так, мы сражаемся, все, я понял. Наш сосед злобный хотел создать армию, а мы сражаемся против его котов. Но у него нет шансов, потому что он будет. Так. А можно было просто позвать собаку, и все, проблема решена. Так. А, они еще его стоят из мертвых, ладно. Это вам не КС гол, это круче. То сейчас котики будут биться, ну так вот произойдет, может быть, когда-нибудь. Если будете нейросети пользоваться. А, сосед наш там что-то танцует, да? Ага, может, ну что, во. А ему пофиг. О, минус одна жизнь. Да.
Ничего, не стойки. Сосед ходит, все посмотрит. Вот это перестрелка, я понимаю. Все. Ну это все, это безголовый Халк отдыхает.